сердце свое будешь всеми любим. Мир просторы свои отворит для тебя. Ты узнаешь всю тайну нежной, чистой любви и наполнятся силой простые слова. Те слова для любимой своей сбереги, и что делает только лишь робкий шажок для тебя, познавая другие миры. Она вновь расцветет, как мечты, она чутко живет, видит силу и мудрость, что ты познавал, и готова дать тебе сердце свое, подарить тебе все, что так долго искал. Слушай сердце свое, откроется дверь, за которой путь к счастью большому лежит. Мой малыш, я прошу тебя, ты мне поверь, будет светом полна твоя новая жизнь. Слушай сердце свое, откроется дверь, за которой путь к счастью большому лежит. Мой малыш, я прошу тебя, ты мне поверь, будет светом полна твоя новая жизнь. Дорогие друзья, Светлана Воинкова, Светочка, не уходи, пожалуйста. Дело в том, что у нас, пока была пандемия, была такая штука, у нас были прямые эфиры, да, когда, ну, каждый месяц живые песни выходили в прямом эфире на телевидении. И многие певцы, многие авторы-исполнители получали благодарственные письма. Вот одно такое письмо я вручаю Светлане, которое и летит в город Екатеринбург. Огромное спасибо, Светочка, большое спасибо.